Привет, друзья! С вами Рашин Анидзука. Мы продолжаем играть в Джек и Декстер, первую часть HD переиздания для PlayStation 3. Я рад, что многим эта игра нравится, как и мне. И я решил в нее еще поиграть. Итак, значит, мы сейчас находимся в нашей песчаной деревне, или пляжной деревне. У нас задание, значит, принести 90 орб мэру, 90 орб дяде. Так, и еще тут разные орбы нужно отдать оракулу. Так, также у нас еще появились задания на пляже. Открыть эко-харвестеры. И что-то там с яйцом, короче, сделать. Так, ну что, сначала сбегаем кому-то из тех, кому нужно отдать орбы, а потом сходим на пляж. Ой. Так, этому надо, по-моему, починить эти... Да, этому починить харвестер надо. Или 90 орб ему тоже можно отдать. Нет, ладно, не будем. Сюда мы зайдем. По-моему, вот это дядя Джека есть. I see you two are back to make the trade. Good, good, jolly good. Hey, you have the precursor orbs that we agreed on? I hope you put this hard-earned power cell to good use. И вот я думаю, получаю. Bye-bye. Обратите внимание, как Декстер всегда отплясывает весело. Так, ну ладно, надо идти на пляж. Там починить то, что нужно починить. Так, вот видите, мы собираем эти эко-электрические заряды. И все взрывается. Вот мушку мы взяли, кстати. И бегаем мы быстро сразу же. Так, вот эти орбы кругом. Кстати, вот эти вот ящики просто так не взорвать, ну, самим мы разбить не можем, сами разбить. А вот кто-то стреляет в нас ядрами, и эти ядра, если попадают рядом с ящиком, то они их взрывают. Давайте вот сюда вот киньте нам, пожалуйста, ядро. Так, отходим. Есть. Еще одно. Сюда, давайте, сюда, сюда, сюда. Так, отлично. Ох ты, черт, немножко далековато было. Ну давайте. О, все. Собираем. Еще вот сюда бы нам ядрышко. И еще. Кто-то далеко так. Кто там такой косой стреляет? А-а-а! Есть. Так, железные сундуки почти все разбили. А тут еще одно ядро. А, собака пеликан его схватил. Придется пойти его отнять. Но не сейчас. Так. Краб тут к нам пристал. Или кто это? Ну еще давай, стреляй. Отлично, есть. Ух, сколько всего, пляж просто набит всякими интересностями. Поживимся.
Здесь нам что-то нужно сделать, какая-то... как-то... А, ну все, тут просто закупорились эти источники. Сейчас мы все починим. Это как раз одна из миссий, которую нам дали выполнить. Так, еще один. Вот сразу же ядро выскочило. Так, теперь надо будет с ней внизу встретиться. Так, а вот здесь, смотрите, тайник с этими яичками, с орбами. Нам нужно вот как раз таки с электричеством сюда успеть прибежать, чтобы этот тайник открыть. Сейчас попробую, чтобы собака не мешала на дороге. Лучше один взять, или по очереди несколько, и... А вот, кстати, мушка. Отлично. Так, попробую сейчас добежать, успеть. Ах, так не упасть бы. Ух, не, не успеваю, черт. Значит, надо попробовать два заряда подряд, может быть. Сейчас посмотрим, может быть. Больше как бы накопится энергии. Так, берем. Так, берем. Давай, давай, ну, ну! Пш, не успел. Черт. Как же это сделать-то? Ладно, оставим это на потом. Спустимся, пожалуй, к этой женщине с яйцом. I hope the poor deer's okay. Here's a power cell for your valor. Look, isn't that cute? It thinks you're its mama. Ah, I'm not your mom. You see any feathers here? Oh, loving your sight. Кого увидит птенец, он принимает за маму, и Декстер он за маму, что ли, принял? I'll take this little chick back to the village with me and work with the sage to take care of her. Ведро у нас. Так, ну вот, меня волнует, как же все-таки до туда добежать с этим электричеством. Может быть, нужно кувырки применять, я не знаю. Вот так вот он может делать. В общем, надо это дело обдумать. Так, сейчас посмотрим, что, какие у нас еще миссии есть на пляже. А, отнять у пеликана. И все пока, и мушка. Больше пока миссии нет. Так, вот пеликан там сидит. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Так, а тут у нас что за водопад? Вот секретики. Запретные орбы. Так, отлично. Так, надо отсюда выплыть. Хрена не вижу. Так, еще одна муха. Еще 4 осталось здесь найти. Punch those poles out from below. Давай,
Так. Там, по-моему, наверху этой пирамидки светится ядро. Локация, в принципе, небольшая, вот здесь она уже заканчивается. Так, что там на этой пирамиде нас ждет? Орбы. Так. Кстати, под самими пирамидами тоже что-то может быть. Тут хорошенько облазить все. Гаденыш такой. Прячется под свою раковину. Так, ну вот. Еще вот. Эй, сигалс! Let's buzz them for kicks. Так, сюда можно еще не запрыгивать. Очередной разведчик. Yeah! Let's do it again! Так, а вот тут у нас пока закрыто. Здесь должен быть источник электричества, и сюда можно будет прыгать высоко. Сейчас этого здесь нет, это откроется потом, когда мы пройдем другие миссии в других локациях. Абсолютно. Так, ну что ж, попробуем у пеликана отнять то, что ему принадлежит. Кстати, вот сюда тоже надо с электричеством прийти. Опять же, мы сейчас не сможем этого сделать. Так, ну чё? Как-то надо быстро добраться быстрее к этому пеликану. Давай, быстрее, плыви. Засранец. Давай. Есть! Так бы он мог обратно отнять это ядро и... Пришлось бы заново к нему в гнездо лезть. Так, трофей, да не это. Так, ну поскольку нам придется сюда еще возвращаться, то я пока не буду запариваться насчет вот этого верхнего тайника. Возможно, потом сможем его открыть. Так, и что у нас тут осталось? А вот еще задание. Чего? Chase Васиагулс. Такие сиагулсы, я не знаю, гнаться за сиагулсом или что, преследовать сиагулса, это как морская какая-то хрень, короче, сиагулс или кто это, как это сделать, если это нужно будет сделать. Ой, бомба на этой башне с пушкой, то туда мы сейчас попасть не можем, потому что здесь пока закрыт источник энергии, который нам, по-моему, туда отправится. Так что на пляже у нас пока, я думаю, все, друзья. Нужно отсюда сваливать теперь. Так, ну-ка. Ух, гад! Свалите от меня! Здесь не подняться, надо вместе подниматься. Может, проплывем здесь? Где-то еще можно было залезть куда-то. Ой. Где-то должны быть еще потайные места, потому что здесь, ну-ка, сколько у нас сейчас собрано этих? 86 из 150, друзья. 150, значит, где-то еще есть тайники с этими яйцами. Я уже вижу один тайник. Даже это не тайник, просто я это место пропустил. Там коробка с мухой заодно. Так. Отлично.
отлично. Так, ну напоследок попробую еще раз пробежаться за тайником с электричеством, с этим, но на лёте у меня получится, но попробуем. Все равно с пляжа надо уже уходить. Вернулся. Так, значит, что у нас теперь осталось тут по этим единичкам? 101 и 150 у нас. Вот, 49 осталось на этих где-то. О, кстати, я еще вижу. Что там у нас такое? О, еще и муха здесь. Казалось. Надо нас взрывать, не надо. Точно отсюда пока валить. Больше пока нам здесь сделать нечего. Пойдем отдадим то, что насобирали. Электричество возьмем, чтобы быстрее бежать. Да, тут скульптор. Скульптору надо его музу. Мы еще на остров туманов не плавали, поэтому к нему рано заходить. Так, дядя у нас больше ничего не хочет. А вот этому мы, по-моему, помогли, товарищ. So, you want to make a contribution? Good. A sizable one, I hope. А сейчас мы продадим ему эти урбы. It is a sizable contribution. Меньше разговора, чувак. I just hope this power cell... Это мэр, наверное, есть. Так, а что еще, да? Тут насчет починили мы ему или-то нет, у него еще ничего не крутится, это значит не здесь делается, и на пляже. А больше с ним говорить не о чем, да. Есть еще о чем. Back already? And without fixing the eco beams? Your village needs you, boy! Что-то, по-моему, недоволен пока. Да, мы еще, короче, не все сделали, что от нас требовалось. Ладно. Что у нас по урбам теперь? Ой, всего 21. Значит, надо идти собирать будет. Так, ну что, я думаю, тогда в следующей серии мы поплывем на остров, наверное. На туманный остров, чтобы вот помочь вот этому скульптору бедному. Ну, а пока, друзья, на этом серия завершается. Оставляйте ваши комментарии. Ставьте лайки, пишите, какая серия Джека Декстера ваша любимая. С вами был Рашна Линдзука. Всем удачи, всем пока!